На днях на пешеходной улице у озера Возвращенного Меча в Ханое проходило очередное ежегодное уличное мероприятие «Русские мелодии в сердце Ханоя». Его организаторами выступили факультет русского языка и русской культуры Университета иностранных языков при Ханойском государственном университете и читальный зал России в Ханое. Акция «Русские мелодии в сердце Ханоя» прошла под девизом «Тревожная молодость» и привлекла внимание многочисленных преподавателей, выпускников и студентов факультета русского языка и русской культуры, вьетнамцев, которые в свое время учились и работали в России, а также любителей русской музыки и русских, которые живут и работают в Ханое. На мероприятии они исполнили такие бессмертные русские песни, как «Тревожная молодость», «Берега», «Катюша», «Журавли», а также народный танец «Береза». Музыкальная программа «Русские мелодии в сердце Ханоя» проводится в пятый раз. Главная ее цель – ближе знакомить вьетнамцев с русской культурой.